Ребята, всем привет. Это я с вами, Артём Сом. И мы начинаем проходить Call of Duty. Я не думал, что начнется с ролика. Ох, ё. Там ребенок. Не стали показывать взрыв. Расчлененка маленький. Верданск. Мы Верданские. Чарли 2 главный, я их 3-1. Главный слушает. Вижу площадку. Наши парни прибыли вовремя. Понял, 3-1. Отряды копье к бою готовы. Можешь начинать. Полковник, у нас проблема. Поздно, Ласвелл. Мы начали. Нет, пока я не скажу. 3-1, я хранитель. Как слышно? Резидент Ласвелл, слышу вас. Генерал Барков отправил... Женщина главнее мужчины. ...которую наемники этой ночью повезут автоколонной в Урзыкстан. В Урзыкстан? При сопротивлении вам разрешено открывать огонь, но только не по российским солдатам. Международные проблемы нам не нужны. Угу. Русских не трогать, значит. Нет гарантии, что российская армия не ответит. Ну так вы не стреляете тогда, и мы не будем отвечать. Ух, как джойстик дребезжит. Так, надо. Я вот не знаю, может прибавить звук. Аудио. Общая громкость? Почему она вообще? Не, громко, да? Ну, короче, запишем мне ролик сегодня первый, потом посмотрю по звуку. Блин, все-таки мне что-то кажется, что громко. Давайте на 20-ку сделаем, как было. Я просто звук менял и в онлайн сначала пробовал. Сегодня перевозят газ. Каковы шансы, что мы наткнемся на генерала Баркова? Русского генерала тут точно. Русский генерал Барков. По графике пока ничего не понятно. Темнота. Осторожно. Сюда, наверх! Я слышал! За гребнем! Слышу двух. Так, это наши? Ищут нас. Значит, можно их снять. Серьезно, они сейчас шли с фонариками и не видели меня? В метре? Серьезно? Синий Викинг 5, я Эхо 3-1. Прошу поддержки. Ждите подтверждения цели. Понял, Лад 3-1. Прицел наблюдателя. Разведай местность. Убедимся, что там нет российской армии. Хорошо. А как определить по форме? Вижу один грузовик. Да, вижу грузовик. Он поехал. Вроде русских нет. Это не русский точно. Есть движение на ЖД путях. Вот как. Кто-то в маске ходит. Газ привозит? А чё плохого в газе? Или это плохой газ? Российских военных там нет. Зови авиацию. Ну я тоже так думаю. Синий Викинг 5. Давай ракеткой ударь. Солдаты на открытом пространстве. Только несколько ракет, их очень много. Понял вас, 3-1. Цель захвачена. Атакую через 5 секунд. Стрелять с упора. 5 секунд. А, ну да, никак. Ну да, там ракеточек маленьких каких-то выпускали. Да. Походу там... Ребята, нам походу уже не с кем будет сражаться. Там, сука, как, сука, как будто не ядерную бомбу, блядь, пиханули, нахуй. Дальше мы сами, ага, кого там убивать-то, блядь. Не знаю, только если каких-нибудь мутированных коров теперь. Как в этом Fallout'е. Да, с двумя головами. Внимание. Да, там как раз такие же ворота были. Ой.
Б присесть. Откуда их там много? Их там перебили всех. Это вот эти ребятки, что ли? Так давайте снимем их. Ой, а чё у меня это? А, во. Тык-тык-тык. Вы всех положили без меня уже. Так, с них чё? С них... Один. Чё за Один? Автомат какой-то. Да, нехило подбомбили. Так, может, еще раз 20 ударим? Так, надеюсь, это Modern Warfare не хуже 2007 года. Потому что та часть моя любимая. Ой, чувак, я тебе даже помог. Мне кажется, тебе очень жарко. Оп. Чем в дверь-то стреляет? Дверь-то не простреливается. Она же железная. Ой, это класс, там несколько, что ли. Все. Заходим, ребята. Какой элемент неожиданности? Ты чё? О, подожди. А давай вот этот возьмем. Давай, заходи уже. Открывай. Да я войти, да блин. Да почему всегда первые эти боты сраные заходят? Удерживайте. А, ну я понял. Где? 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 Какой-то пулеметчик там, я думал, снайпер. Не, он смотрится красиво, вот, это, вот эти все огоньки там. Можно это как-то... Ай, геймпад, геймпад, геймпад. Если что, я играю с Xbox One X. Оп. Что-то чувствительность резкая. Оп. Я ж тебя убивал только что. Ты опять светит, блин. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп. Кого убить? Пулеметчика? РБ, брось гранату. Да, поздно уже. А-а-а! Что за чувствительность? А кто сзади стрелял? Дай гранату ему брось. Раз нас учат гранаты кидать. Хуба нахуй. Пулеметчик убит. На, ты здесь что ли сидел? Дуря ты, башка. Так, замочки можно стрелять? Нет, замочки сильные. Вижу врагов. Они уходят к складу. Так, это свой. Вижу его. Так, убегают, ребятки. Долго бежишь. Кстати, да, здесь в этой игре бег очень медленный. Я не знаю, как будто пешком играешь. Вот обычно что-то мне светишь. О, фонарики не бьются, ясно. Так, патронов у нас много, чисто. Пойдемте посмотрим газик. А чё опоздали, думаешь, они чё, газ уже вскурили весь? Так, физика не работает. Ух ты, а! Я думал, так будет вообще. Не, когда первый раз там было прикольно, значит, прям вообще нихера не видно там. Суки. Так мы сейчас спалимся с этими фонариками. Ой, ебать. Не, по-моему, тут физика есть. О! Прошла через это. А, иди сюда, сука. Там кто-то был. Куда он прошел-то? Охуеть. Ай, 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 ай. Ой, 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 ой. Ой, это не с... Это... Я думал, это свой, блядь. Ну что мне мешается? А ну вылазь. Я, видимо, слишком быстро и близко к нему подошел. ЛБ удерживается, прицелится штурмовой. Чего? Какой штурмовой прицелится? Это слепуха же. О, наверху. Все чисто.
Во, рубильник вижу. А вот и свет. Да будет свет, сказал монтёр. И что это там себе натер? Русских убили? Да вы чё, охренели что ли, или чё? Слышь ты, дебил. Мы убили русских солдат. Надо срочно уходить. Да все вам пиздец, ну. Взять пробу. Так, это газ, да? Ну да, какой-то жесткий. Вижу газ, вижу газ, вижу газ. Я по насколько помню, по-моему, в какой-то Modern Warfare так чувака звали газ. Да? О! А, я тут. А, ну. Я-то крутой, я должен на таких тачках разъезжать. Ну, поехали. Всем внимание, мы едем к точке эвакуации. Следить за секторами. Куда едем? Отлично, Алекс. Встречаемся у точки отхода. Варнинг. Опасно. О! Давай, 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 назад, сука. Да слышим, слышим. Кто-то с меня это... А, не, это мне помогает, я думал, с меня он это, патроны вытаскивает. Блин, чувак, не сдавайте, сейчас палишься, тебе спину стрельнут. Все, все, мы лежим. Тихо, 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 тихо. Лейтенант, скорее сюда. Это не русский. Морпех американцев. Надо уходить срочно. Уходим быстро, быстро. Мне кажется, тут голос какой-то низ. Ну, плохо слышно. Вот остальные звуки стрельбы там повышены. Украден, нужна эвакуация. Вас поняла. В вашем направлении сейчас движется немало российских солдат. Держитесь, мы уже идем к вам для быстрой эвакуации. Конец связи. Теперь это операция под особым наблюдением. И что это значит? Что у тебя больше нет полномочий, полковник. Ты как это разговариваешь, баба? Нужна ударная группа. Это нецелесообразно. А это не тебе решать. Полковник Ласвелл. Генерал, мои люди. Норрис, оставьте нас. Дамы. Одна баба круче другой бабы. Мужики подчиненные. Сказала в мирном урегулировании. Шестой флот лезет в Черное море, а химическое оружие черт знает где. Ты везде наследила, Ласвелл. Разберись. Ясно? Фига она глазастая, сука. Сейчас наше лучшее оружие разведка. Пробовали мы разведку. Нужно что-нибудь получше. Я вам говорю, такая в реале, блядь, посмотрит на вас, обосретесь, блядь. Ласвелл. Видели ее взгляд? Я занят. О, Прайс! Русские? Русские? Ты что, русских не любишь? Там попало химическое оружие, они могут быть где угодно. Париж, Нью-Йорк. Лондон. Когда начнем? А, я думал, Прайса убить. Мы уже. Ой, какие у него усы странные. Мне кажется, у него там борода, усы какие-то другие были. Снайперы на позиции есть? Нет, сержант. Мы не можем зря тревожить публику. Террористы тоже это знают. Не превращайте Лондон в зону военных действий. Ясно? Да, более чем. Отбой. Мы сами по себе. Справимся. Ну что, за работу? Принято. Сержант. Внимание, белый фургон. Угу. Все по описанию. Это они. Город похож, где там этот выходил смертник, ребенка взрывал. Понял. Без необходимости в бой не вступать. О, прикольно. Мы типа такие это спецагенты. Хоба, 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 хоба. А ну не дергайся, блядь. Стоять, не дергаться. Это смертник, да? Ох ты, ё, еще одни смертники.
Сабля 2, не понял вас, повторите. Пушка, пушка. О, нас, сука. Оглушили, ни хрена не слышно. Вот тварь, а. Блин, а у меня... А у меня только пистолет. Ёб твою мать. Охренеть. Это Лондон, да, получается? Ты чё, меня вручную хотел убить, что ли? Так, так, гражданский, гражданский. Хоба. Кто еще? Ты чё? Ты как? Держись. Так. А чё я этого убил? А где у него ружка-то? Твою мать. О. Фал какой-то. Где они, где они, где они? Они в этом здании. Ты ж бандит, да? На, сука. Хоп, заходим. Раз, два. О, бандит. Не, это гражданский. Тихо, 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 тихо. Они нас не видят. Чисто в голову. Мы сняли. Книжный зачищен, да. Так, ПКМ. Пистолет. Дайте мне калаш какой-нибудь. Это вот этот однозарядный, блин. О, УЗИшка есть. Как второе оружие будет. Ты кто, по мне, что ли? Ты дурак, что ли? Тут и гражданские, что ли? Или вы менты? А, это вы с моей команды. Это вон мент бегает зеленый. Вот домой он не вернется уже. Жалко. Оп. О, да, побежал. О, слушай, УЗИшка прикольно стреляется. Ощущается классно. Отдача в джойстик. Ой, смертник, смертник. Ты дурак, что ли, зеленый? Выходим. Ты цел? Да. Блин, мне плохо не стало. А где зеленый? Или от него, что, кишки остались одни, что ли? А ты как выжил-то, блин? Тут взрыв был. А, или это другие, тут их много. А, массаж делай. Воу! Так. Эу. Вот дебил, а. Другого пути нет. Молодой еще. Ой, там тачка горит, да? Посмотрим, как тачка взрывается. Так себе. Давай, 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 давай. Быстрее, 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 быстрее. Ну, давай подтолкнуть тебя, что ли? Давай, 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 давай. Ну, еще. О, молодец, еще чуть-чуть. Ну. Ясно. Ну давай, давай. О! Помог им. Так, нам куда идти? Ну, наверное, думаю, вниз. Пикадилли. Пикадилли. Так, не понял. Чего они тут охраняют? Так, это, по-моему, наш... Вот вы дебил. Короче, наши бежали сейчас двое, если кто не заметил. Их сбили вот эти две тачки. И тела пропали. Прикольно, Call of Duty, прикольно. Так, нам, наверное, пойти сюда, просмотр цели, да? А, вот, цель. То есть где-то... А, вот, здесь рядышком. Убейте его кто-нибудь. О. Я понял. О, прайс. Конечно, есть. О, одной правой, видели? Капитан Прайс. Сержант Керинг, за мной. Иду, иду, иду. Давай, Прайс. Я тебе помогу. Так, вот у нас калаш есть.
Старый добрый калаш. Потертый. С царапинами. А! Там заложник. Блин, сука, по каждой ступеньке, блядь, как это медленно. Снимите ее с меня! Пожалуйста, снимите! Сержант, иди сюда! Помогите! Чё? Я не террорист! Так, 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 подожди, что нажать? Держитесь подальше! Пожалуйста, руки, я не хочу умирать! Я хочу помочь! Не получается! Провод перережь! Я хочу своих девочек увидеть! Хочу увидеть девочек! Сейчас увидишь своих девочек, не беспокойся! Быстрее, режь, режь! Прайс, ты же умный! Помогите! Помогите! Прости, а что творишь-то? Всем постам. Бомбы больше нет. Выходим, на последней секунде, как в фильмах, ты должен отрезать провод. Нет, блядь. Ты цел? В норме. Нет, конечно, реализм. Не спорю. Было неожиданно, но как бы... Мы же герои, типа. Огневая дисциплина. Не ранить ни одного гражданского в эпизоде Пикадилли. Ух ты! А мы крутые. Ты сегодня спас людей, сержант. Лучше бы вообще без этого обошлось, сэр. Нас послали с пустыми руками, чтобы все мы могли делать вид, что войны нет. Да, нет войны, блин, как же. Тогда почему нам связывают руки? Черт возьми, пора начать драться в полную силу. Сэр. Давай. Блять, Прайс на себя не похож. Ощущениями у нас нет шансов, капитан. Пускай они говорят, как нам делать нашу работу. Ты чё так скалишь зубы? Так у тебя есть ценные разведданные? Да дофига, сэр. Да ладно. И ты сейчас просто возьмешь и всю информацию выдашь мне, да? Ты со мной. Так, Урзикстан, блядь. Ё-моё, тут все разрушено. Будет помощь фронта освобождения, так что пусть свяжется с командиром. Знаешь командира Карим? Мы знакомы. Сошлитесь на меня, а то его убьют. И что передал капитан Прайс? Командир Карим, меня зовут Алекс. Я слушаю, Алекс. Это засекречено. Идите, братья, готовьтесь. И опять женщина-командир. Двое суток назад террористы украли груз русского газа. Так поступает только Алькатала. Люди Баркова не различают Алькаталу и ваших бойцов. А для меня нет разницы между Алькаталой и людьми Баркова. Они все террористы. Мы бы никогда не стали использовать яд. Надо найти его, пока... Пока что? Не увезли в Европу? Или Америку? Мы с этим каждый день живем. Командир, уже пора. Кто это? Кто-кто? Американец? Алекс, это мой брат и заместитель Хадир. Вы из ЦРУ? Он работает с капитаном Прайс. Так вы убиваете людей Баркова? Есть друзья, они могут помочь. А решать уже вашей сестре. Конечно. Моя сестра командир. Да тут все бабы командирши, смотрю. А люди Баркова все еще здесь. С оккупацией надо кончать. Хоть с этим мы с вами согласны? Люди генерала Баркова контролируют город. У нас есть план, как это изменить. Ракет у нас нет, но методы есть. Если ты с нами, мы поможем. Но ты должен сражаться. Что ж, за дело. Добро пожаловать в Урзикстан. За мной. Эти тоннели — наша жизнь. Воу. По нашим данным, русские командиры сегодня в городе. Устроим им засаду. Как? Русские командиры? Это их отвлечет. Опять русских мочить? Охрану с русской базы, что даст нам возможность атаковать. Мы должны отдать все силы. Если увлечься, можно потерять и себя. Готовься к атаке на базу. Удачи. Алекс, бери заряды. Давай. Взрывчатка с удаленным подрывом. Спасибо.
Ну давай уже. Да нахрен мне твоя сестра. И тебе. О, жопа сестры. Здравствуй. Сюда. Скорее. Руку дай. Ты американец? Американец? Человек вообще-то в первую очередь. Американец. Вот, Алекс. Надень. Санную тряпку. Спасибо. Как я выгляжу? Сойдет. Да получше ее. Ты видел ее нос? Русские рядом. Если они увидят ваше оружие, начнут стрелять. Тогда наш план провалится, еще не начавшись. Алекс, оружие нас выдаст. Не показывай его русским. За мной. Так у тебя тоже оружие? А, это ключ. Русские, спасите меня. Ой, не. Я американец. Войска Баркова заняли весь город. Сегодня все будет очень строго. Убывают офицеры. Ой, ты песик какой хороший. Ля-ля-ля. Чего, блядь? В смысле, вы, блядь, катать баб будете, а я что, блядь, работать буду? Мужчины заработают. Давай кирпич хоть поработаю там. Кирпич давай. Я не понял. О, кирпич есть. Бетонный блок, точнее. Смотри, я блок тащу. Видишь, я работаю. Видишь, работаю. Я прошел. Иди налево, по переулку. Налево. Видишь того солдата? И что с ним мне делать? Подойди к нему. Медленно. Привлеки его внимание. А жестокая ты баба. Убери его. А чем? Кирпичом? Помогите! На, тварь, блин. Карим, береги себя, сестра. Карим. Почему Карим? А ты находишь? Ее же Фара зовут. Хорошо. Бросить шлакоблок. Я поставила дальше своих людей. Так, а у меня глушитель есть? Нету, да? Мощный взрыв оттянет войска от русской базы. Черт. Солдаты Баркова нашли моих людей. Они, наверное, уже мертвы. Шуметь нельзя. Нужен глушитель. Найди масляный фильтр. Используй его как глушитель. Ожидание. Фу, на русском даже все написали. Так, а что она сказала найти? Глушитель? Что это такое? Фильтр? Да, подойдет. Ха-ха. Возвращайся и заходи справа. Серьезно? Прикольно. Ну, это, конечно, не новость. Во многих играх так уже делали, по-моему, из последних даже эксклюзив на PlayStation Days Gone, вроде там тоже так использовался глушитель. Раз, два, три. Хера на его вынесло плечом просто на таран. Вот ты баба, бля, дьявол. Так, а если я возьму бизончик? А нет, нахер, я хочу дробовик. Я люблю дробовики. Стой, к двери не подходи. Осторожно. Так, давай я здесь их вынесу. Взял на прицел? Да, взял. Ага. Давай стрелять. Двумя, я беру на себя третьего. Блин, ты же русскими. Тут... Чисто. Чисто, сняли. Некрасиво, конечно, но нормально. Жаль твоих связных. Ой, как прицеливаться? Их жертва будет не напрасной. Так, это чё? Метательные ножички. Надень глушитель. Так будет лучше. О, это она нож? В хера. Чё, глушитель? Какой глушитель? А он, а куда у меня делся глушитель? А я чё поменял? Мы выходим наружу.
Угу, пойдем. А, спрятать надо, да? Типа сейчас прогуляться вышли. Не, ну вот зачем такое показывать? Русские не такие плохие. Может, где-то на какой-то войне убивали гражданских, но чтобы вешать. Вот суки, а. Военное преступление. Наказание. А почему они меня не останавливают? Барков хочет преподать урок. Что мы можем сделать? Мы можем жить мир. Выполним свое задание и положим конец жестокости Баркова. Я не пойму, она со мной по рации разговаривает как-то там. Просто звук такой. Сюда, вверх по лестнице. Давай, давай, мелкая. Барков посылает вертолеты. С большим носом. Сюда прибегают солдаты с базы. Что-то там показывает. Так, цели, цели, цели. Так, нам что, получается, вертолеты надо грохнуть, да? Доставь взрывчатку на вертолеты. Если будут охранники, снимай их, но бесшумно. Встретимся, угу. Когда ты закончишь. Так, там охранник есть. Так, сюда запрыгнуть нельзя. О, подожди, я что-то нашел. Ух ты, тут что еще? А, еще один глушитель на всякий случай. Да ладно. Ха, на дробовик. Во, я, короче, бетонный блок тащу. Так, а там никого больше нету? А чё ты его бетонным блоком-то не убил? Так, подожди. То есть я без бетонного блока могу сюда забраться, да? Блять, сука! И вернулся сюда же. А куда идти-то? Что-то я не понял. Наверное, сюда. Здорово, ребят. Видите? Бетонный блок. Так, допустим. Ой. Так, а если мы их снимем? Например, раз. О, нифига, с одним патроном просто вниз. Ништяк, 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 ништяк. Установить прицел. Раз, два. Три. Так, все, больше нету, да? Закладываем взрывчаточку. Сука, на самом видном месте. Бля, блять, реально на самом видном месте они же сядут, они же ее увидят, ну. Сиганут оттуда. Или вы там насчет телефонов увидите и там, не знаю, там. Так. Тихо, тихо, песик, извини, блядь. Но ты же меня сдашь. И вообще ты злой. Подожди, что-то он орал? Блядь. Собака, блядь. Пугаешь. Так, закладываем взрывчаточку. Или вы что думаете, он нажмет, блядь, на педаль там какую-то? Там же есть педали с таких этих вертолетов? Там какие-то педали есть. Нажмет на педали, все. А, просмотр целей.
вернуться. Давайте попрыгаем. О! Паркур! В этой игре есть паркур. Че, давай взрываем. Так мы просто вертолет взорвем или без людишек? А смысл? Охренеть, Алекс, здорово. Теперь сюда. А смысл? Налево. Твою. Не стреляй. Так, хорошо. А больничка зачем пришла? Типа вертолетом помочь? Под машину. Там еще враги. Не отдавай. Да ну нахер нас палит, я бы увидел. Ну, если прибеги, конечно, нет. О, ух ты, какая умная девка-то. Блин, надо машины-то взрывать, я не знаю, с людьми. Люди-то все убежали, они машинки-то себе еще это покупают. У них же техники полно. Нафига они взрывают? Взрывайте людей. Вау! Она что кинула им? Ёб твою мать! Беги, сука! Блять, он не бежит! Точнее, он бежит, но этот сука так медленно. Молодец, конечно. Они сделали бег, короче, чтобы увидеть, чтобы я увидел взрыв. Серьезно? Хотя стрельба мне вот здесь нравится, она прикольная. Давай, 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 давай. О, господи. Не двигай головой. Да тут воняет. О, сквозь тетку прошел. Ползу. Я, кстати, ее отгадал, Алёк. Они там что-то красили или что? Я же, кстати, дробовик взял. Смотри, подкрепление с авиабазы. Наш план сработал. А какой план? Чего вы хотите-то? Стою. Чё, где? Ты где? Чёрт. А, вот она. У Тарика открыта дверь. Где Тарик? Мёртв. Он никогда бы не покинул свой пост. Пошли. Да вдруг сбежал. Или там, не знаю, в подвале укрылся. Чё сразу мёртв, мёртв. Тарик-то, наверное, умный. Чисто. Давай спускаться. Пойдём к Хадиру. Подожди, а тут ничего нету? Фу, как ты меня, женщина, достала уже. Вы потеряли хороших людей. Такова цена войны. Мы должны захватить авиабазу, чтобы их смерть не была напрасной. Нас ждет трудный бой. Их тоже. У Хадира есть план. Да, Хадир знает план. У Хадира есть план. Ты теперь меня, Алекс. Я устроил лавочку у базы Баркова. Следить за этими гадами. Друзей держи близко. Врагов еще ближе. А лучше всех мочи. Я говорил, у нас свои способы. Гранат нет, мы импровизируем. Неплохо. Пивасик. А ты думал, мы камнями и палками воюем? Ну, практически да, если вы, блядь, глушитель используете, фильтры. Это для адской пушки. Быстрее, брат, так точно. Ой-ой-ой, а чё лагает? Ни хрена себе, у тебя это что за бульбулятор, у тебя или это ракета самогонная, аппаратная. Хуя себе, блядь. Блядь, дайте выйти-то. Сюда, Алекс.
пивко. Так. Так, у нас снайперка. И второй. Калаш, да? Калашик. Давай, 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 Хадир. Вперед, это же брат получается. Ух ты! Самолетики! Вы поиграть решили, что ли? Так, взять пульт. О, планшет как это. Играл тут в Man of Medan. Такой же. О-о-о-о! Так, мы куда летим-то? Взрывать что-нибудь или что? О, а если вертолет врезаться? Так. О, да. Я таки хотел. Дух. Дайте еще. Давай, 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 давай. Блин, жаль, только вот один дали. Я бы еще хотел. А, вот он что запускает. Самогонный аппарат-то, воздух. Ну-ка, стрельни. Стреляй. Стреляй, говорю, блин. По 6. Ну что, стрелять будем, нет? Блин. Стреляй. Братья и сестры, мы сражаемся. Чего за... Алекс, осторожно, назад! Пушка, огонь! Алекс, ты нарвешься на пулю, вернись! Да здесь я, дура! Ебать! Вот это бабуха! В атаку, суки! Мочить Баркова и их его людей! Еб твою мать! Сегодня у нас одни взрывы. Сначала целый город вынесли там. Сейчас второй. Русских мочим, да, наверное? Ну, ребята, извините, вы плохие. Русские, типа, вы за Баркова. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Спасибо, прикрыли. У них вертолет, мать твою. Ёб твою мать, да сколько вас? Нате вам, блядь. Беспилотники? Какие беспилотники? А, самолетики? У-ху-ху! Чё, подожди, а чё? О, вертолет. Там еще и ребята сидели. Джойстик. Кто есть тут? Еще самолеты. Бля, в меня уже гранату там пизданули. Ой, блядь, я в что-то врезался. Это, по-моему, я в вышку врезался. В принципе, тоже там, может, какой-нибудь пулемет бы стреляли. Оп, никого. Опа, хоба, хоба, никого. Ёб твою мать. Самолеты пошли. На, эти ублюдки сраные, блядь. Вот это как раз место, я, по-моему, попал. Ебать, дверь прострелили. Смотри, дырки какие. Ты кто? Итем какая-то. Сколько тут много баб, а все главное, главное. Извиняюсь, русский. На, эти суки. Да знаю, у меня тут перестрелка, блин, самолеты, самолеты. Да откуда ты взялся тут? Все, отправляю самолеты. Бах! Конечно, молодец, я уже столько положил, мне надо, блин, уже, не знаю, ведро наград. Хера самолетов. Так это же не только, наверное, я пускаю. А давай вот эту машинку подорвем. Где она?
Блин, я там в это в что-то врезался, но не в то, что я хотел. Что-то у него там это на спине. Чего у тебя на спине? Красном здании. В контейнере, может, в красном. Так, ну там по-любому кто-то есть, да? На, гори. Собирайся снаружи, чё? Так, ПКМ. Скар. О! Снайперка, дайте мне дробовик. Во, вот этот. Как в этом. Знаете, на чем он похож? Как в RDR 2. Были вот эти. Это не дробовик, наверное, карабин, наверное, да? Так, сюда он не хочет. Смотрим цель. Цель. Не понял. Что делаем-то? Придурок. Куда идем? Да я жду. Что нам делать-то? Кстати, а тут же поездить, наверное, нельзя. Вот машинка стоит. Эх, ну это на вам не Battlefield. Мужик. Что делаем? Ой, блядь, ты не мужик. Ну смотри, нам сказали зачистить. Мы же зачистили, да? Да вроде... А, во, подожди. А, ну это, подожди, это боеприпасы. Светошумовые. Ну, вроде все. Перегруппироваться у ворот. Я тут. Давайте будем перегруппироваться. Так, мне кажется, что-то сломалось. Последняя контрольная точка. Первое оружейное зачищено. Отлично. Собираемся снаружи. Площадка за воротами. Все к воротам. Я дробовик не взял. Ну да, это карабинчик, как я и сказал. Так, во-первых, я пришел. Группируюсь здесь. Вот я стою здесь. Я не знаю, может я... Что-то сломал. Будем идти, нет? А может быть, какой-нибудь там впереди бот? Да, где у нас, кстати, сама эта Кара или Фара? Тут Сейда, блин, одни девки. Кара, Фара. Даже с контрольной точки перезапустили. Что-то произошло. Что-то сломалось. Перегруппироваться у ворот. Может быть, я что-то должен нажать, чтобы все перегруппировались. Ну, вроде ничего не пишут. Так. Арменка здесь. Хабиб тоже. Рона. Перас. Амайджар. Амайджар. Почему меня сменилось-то? Зири. Вот, самой фары здесь нету почему-то. Ой, нифига не обуглились. Ну да ладно, ребят, я тогда запишу серию завтра еще одну.
перепройду ее, вот эту именно миссию, потому что реально тут что-то короче, вы меня поняли, забаговалось. Перепройду, посмотрю, или может я что-то не так сделаю. А так, спасибо, что смотрели меня, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.